все болты открутил по периметру. Остается вот болт. И с этой стороны по одному болту оставил. Да. Масло было очень грязное. Я так думаю, что мы тысяч через 20 еще смену масла сделаем без фильтра. Постепенно вымоем. Дело в том, что я не исключаю тот вариант, что человек платил за замену масла, но ему ничего не делалось. К сожалению. Откручиваю поддон. Всего 3 болта. Ой, откручиваю фильтр. Но на магнитах стружки не так и много. Это просто общее загрязнение от времени. Беру фильтр фирмы Мале. Номер его идет 100-136-302. Вот такой вот фильтр. И здесь в комплекте сразу с ним идет уплотнительное резиновое кольцо. Устанавливаем его. И наживляем. И прикручиваем фильтр. Thank you.
Все, фильтр у нас установлен. Теперь я отмываю поддон, отмываю магниты и будем устанавливать. Все, помыл поддон, ставлю на место магниты. Вот места для них специальные. Прокладка сливной пробки 09D321181B. Ее можно сразу затянуть. Сама пробка получается WHT30206A. Это сама пробочка. Тоже новую ее. Можно будет подтянуть. Это у нас оригинальная пробка VHT30323A, большая которая, на нее идет колечко D09D321379. Колечко это идет вот сюда уплотнительное. Тоже сразу наживлю. Вот какой высоты уровневая трубка получается. Это уровень масла в коробке. Беру новую прокладку Мэйли 100 321 2010. В комплекте с прокладкой идут дистанционные втулки. Устанавливаем прокладку. Все, все втулки дистанционные установил, прокладка стоит на месте. Беру новые болты WHT30326A.
Да, все верно. WHT-00-326А. 16 штук. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 болтов. Затягивается 9 ньютонометров. Идем устанавливаем поддон. С новыми пробочками. Наживляю все болты, подтянул, наживил все болты, а теперь берем 9 ньютонометров, подтягиваем их. Все. Выкручиваем нашу заливную пробку и начинаем заливать масло. Но перед этим подтяну сливную пробку. АТФ-3309, я уже это масло показывал, оно, если его заказывать, так и идет, АТФ-3309 по мобилу. Распылитель садовый. За 200 рублей. Здесь сам распылитель обломал, одел шланг на хомуте, и с этой стороны тоже трубка загнута крючком, чтобы удобно было ее повесить, заливать тоже на хомуте. А здесь ничего не переделал, трубка стандартная родная, и этот стандартный насос. Немножко подольше, но закачивает все нормально. Поэтому 200 рублей и 7 тысяч, немножко разная сумма. Хотя за 7 тысяч будет поудобней для работы. Заливаем. Пока не потечет. Как только потечет, заводим автомобиль и опять заливаем, пока не потечет. А когда уже потечет, греем коробку до рабочей температуры. Потом закрываем пробочку, прогоняем во всех режимах. Так, все, масло побежало. Запускаем. И опять заливаем, пока не побежит. Сейчас запустили, насос закачал, все, масло перестало бежать. Влил я 4 литра
Вот после того, как поставил поддон и начало бежать масло, залезло 4 литра. Все, побежало у нас масло. Вытаскиваем трубку и закручиваем пробку. Сильно ее не подтягиваю. Идем проверяем температуру. Мне надо сейчас посмотреть, какая температура. Так, здесь у нас 10, по-моему. 61 градус. Решили мы сделать так, как положено. Машина поработает. 2 дня покатается, потом приедет, мы ее остудим, поднимем. Доведем температуру до нормы и по этой норме выставим уровень. Если надо слить, мы маленько сольем. Если надо добавить, мы маленько добавим. Собираем, ставим защиту и катаемся 2 дня. Устанавливаем защиту. И на этом все. Замену масла в коробке масляного фильтра. Также прокладки болтов и стебных пробок. Я закончил. Всего вам доброго.